сейчас вижу вот это, ну, якорь, это надежда. И она закинута в небеса, прочная цепь на ней. И корабль, он прикреплен к этой цепи. И как лебедка наматывается, и эта надежда, она тянет его наверх. Она ведет его еще выше в небеса, этот корабль.
надежда славы, надежда славы, надежда славы, прийти, надежда славы. Надежды в мире, и Бог всякой надежды сам исполнит нас. Надежды в мире, надежды Бог всякой надежды исполнит нас. Надежды в мире, надежды в мире, надежды в мире, дух надежды умножает. Надежда ширится, захватывает нас больше и больше. Открываются глаза, открываются сердца, да, больше и больше, больше и больше, больше и больше. Царство становится ощутимым, больше и больше с каждым днем войду. Дышит на нас, дышит на нас, и больше мы будем видеть, больше и больше слышать будем мы, да, больше и больше расширяется понимание, откровение, и глаза открываются мои в изумлении, восхищении, больше и больше. Больше и больше, с каждым днем я говорю больше и больше. День за днем, все больше и больше. Я буду просыпаться с надеждой, живой надеждой. Да, это ты, это твоя любовь, Иисус, это ты. Твоя любовь, это твое тепло, тепло твоего сердца, тепло твоей любви ко мне. Я ощущаю больше и больше, да, ты пробуждаешь мое сердце больше и больше. Это ты и я, и нет никого между нами, и все больше и больше запах надежды. Запах надежды, запах надежды, запах надежды, да, я слышу запах надежды, запах надежды, запах надежды, запах надежды. Мы становимся пар. Кров надежды, живой надежды, твоей надежды, нового дня, надежды. Надежда слышит меня, она видит меня. Она знает меня по имени, по имени. Она знает меня по имени. У моей надежды есть сердце и глаза.
надежды есть, имя, что превыше всех имен, имя, что превыше всех имен. У нее есть сердце, у нее есть руки, чтобы обнять меня. Сердце, у нее есть руки, чтобы утешать меня. У нее есть имя и желание ко мне. У нее есть имя и желание делить секреты со мной. У нее есть имя, оно как мед на устах, сладкое имя, возлюбленная. Сердце мое, ты несешь нас на руках, ты несешь нас сердце свое, знаешь по именам, помнишь о каждом из нас, несешь нас на руках, несешь нас сердце свое, знаешь по именам. Надежда народа, надежда народа, да, нам всем нужна. Надежда народа, ты так нам нужна. Сердце и дух восторгаются Богу живому. 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 Нет подобного, никто не может заменить этот хлеб живой, хлеб твоей любви ко мне. Никто, ничто не может заменить тебя, и сердце мое знает, оно мудрее моего ума. Никто не может заменить тебя для меня, и сердце мое это знает, оно мудрее моего ума. Мудрее моего ума, е-е-е-е.
так нуждаюсь в твоем сердце. Я так нуждаюсь в твоем сердце, сердце, сердце. Слышать, как бьется твое сердце, о чем думает сердце, что в твоем сердце, что в твоих мыслях, кто ты на самом деле, и что ты думаешь обо мне. Я так нуждаюсь слышать, и я так нуждаюсь знать об этом сердце. Божье сердце, моя цель, моя надежда. Прошу, поглоти меня, прошу, поглоти меня своей любовью, прошу, спаси меня от моих глупостей, прошу, спаси меня от моих глупостей, прошу. Я не ищу замены тебе, Господь, лишь ты, только ты, и лишь тебе принадлежать хочу, только ты, достоин ты, и лишь тебе. Принадлежать я хочу, Дух Святой, принеси реальность жизни, принеси реальность отношений еще больше, открой глаза наших сердец, открой увидеть надежду, славы, наследие для святых, наследие для святых, что самое главное. Главное, лишь любовь твоя исцелит меня, исцелит меня. Лишь любовь твоя, лишь любовь твоя исцелит меня, исцелит.
зараз ем дак. На галетен деселика нам мешаем без амрит. А мэджик сей. Holy light magic say, yeah, yeah, yeah. Як ван деселли прайдей. Ом гайн деселайн де умай десита, десика. И я тоже хочу, тоже хочу, тоже хочу, да, ангелы твоего присутствия видят славу твою, и я тоже хочу, и я тоже хочу, тоже хочу, ангелы твоего присутствия видят славу твою. Я тоже хочу, я тоже хочу, я тоже хочу. Я знаю, ангелы видят славу твою, надежду твою. И я тоже хочу, и я тоже хочу, я тоже хочу. Отец, ангелы твоего присутствия, они видят славу твою, видят славу твою. И я тоже хочу, и я тоже хочу. Веди меня, веди меня, Дух Святой, веди меня в небеса. Веди меня в небеса. Открой глаза, просвети мое сердце, прошу, открой глаза, видеть надежду славы, видеть надежду славы. Открой глаза, просто открой мои глаза. Сверхъестественные, больше, чем земное. Те, что видят Дух, те, что видят Дух. Те, что видят невидимый мир, те, что видят сокрытое. Открой мои глаза, открой, ты дал мне их, чтобы видели они, чтобы видели они. Открой мои глаза, я принимаю их, я принимаю их. Открой мои глаза, я принимаю их, я принимаю их. Открой мои глаза, открой мои глаза. Невидимый мир, сокрытый мир. Открой, Дух Святой, открой, Дух Святой. Наши глаза, те, что дал нам Отец глаза, те, что есть у нас глаза, открой. Мы соглашаемся, что эта способность нас есть, и просим, открой. Как написано, просвети, убери завесу, просвети. Дай нам видеть то, что раньше мы не видели или забыли. Да, открой. Открой, открой сверхъестественную способность видеть небо, видеть ангелов, восходящих к Сыну. Открой, открой, мы просим глаза, сердец открой. Открой, открой, мы просим Тебя с верою. Открой, открой. Открой, открой наши глаза, открой, увидеть хотим надежду, славы, наследие, наше наследие, 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 наше наследие, наследие, наследие.
наследие, 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 мое наследие, 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 наследие мое. Мне не нужно ничего иное, но оно мое. Отец его мне приготовил, мое. Я не прошу ничего иное, оно мое. Его отец мне приготовил, мое. Законное мое, ничто иное, мое, мое. Отец мне приготовил, оно мое, мое, мое. И ничто иное мое, мое. Отец мне приготовил. Мы не просим ничего иное, мы не просим ничего другое. Мы просто соглашаемся с тем, что ты нам приготовил. Ничего, ничего иное. Нам не нужно ничто другое. Мы не завидуем никому, но мы хотим получить то, что ты нам приготовил. С твоим добровольным желанием делиться с нами. Мы ни тебя не уговариваем, но поворачиваемся в смирении, чтобы принять все то, что ты имеешь, все то, что ты даешь нам. Мы сдаемся, капитулируем в смирении, капитулируем. Сдаемся, принимаем все то, что ты имеешь, все, что ты нам приготовил. Сдаемся, капитулируем в смирении мы принимаем все то, что ты имеешь для нас, все, что приготовил. Сдаемся. 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 О, God Jesus, сдаемся. Ла-ла-ла-ла-ла. 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 Мы отказываемся от духа сиротства, отказываемся пытаться что-то урвать, получить, или завидовать, или сравнивать, у кого больше. Мы, наконец, поворачиваемся к своему. Мы перестаем смотреть на чужое. Мы разворачиваемся, чтобы посмотреть на свое. Мы разворачиваемся смотреть на свое. Что ты имеешь лично для каждого. Ты имеешь лично для каждого, Отец. И в этом смирении мы принимаем то, что ты дал нам. Мы принимаем, Отец. Мы соглашаемся так просто и радостно. Просто и радостно с тем, что ты имеешь для каждого. Мы принимаем то, что ты имеешь для Валюши.
То, что ты имеешь для Светика, то, что ты имеешь для Жеки, то, что ты имеешь для Галимы, что ты имеешь для Викуси и для Раюши, и для Лидочки, и для Димки, и для Ларисы, и для меня тоже. Что-то особенное. Стою в присутствии твоем, покров на мне одежды света. Поет весна, зовет любовь. За край земли вечное лето. Стою в присутствии твоем. Покров на мне одежды света. Поет весна. Реки живые, нам теперь не до сна. Ты пробудил нас, сделал живыми. В сердцах твоя улыбка, весна. Резни духа, как реки. Ты пробудил нас, сделал живыми. В сердцах твоя улыбка, весна. Моя рука в твоей руке. Не вырвусь прочь, не убегу я. Звезда сияет в высоте. Надежда снова торжествует. Песни духа, как реки живые, нам теперь не до сна. Ты прав. Песни духа, как реки живые, нам теперь не до сна. Ты пробудил нас, сделал живыми. В сердцах твоя улыбка, весна. Мы пробивались сквозь асфальт. Мы обессилели в неволе. Любовь пришла на помощь к нам, расторгнув вечные оковы. Песни духа, как речь. Ты пробудил нас, сделал живыми. В сердцах твоя улыбка, весна. Песни духа, как реки живые, нам теперь
живые, нам теперь не до сна. Ты пробудил нас, сделал живыми сердца, улыбка весна. Песни в сердце моем, песни, это песни духа. Это песни сердца. Текут реки, реки песнями. Текут в сердце реки. Моя рука в твоей руке. Навсегда, навсегда, навсегда. Не вырвусь прочь, не убегу я. Твоя звезда сияет в высоте, указывая мне путь, и надеждой снова торжествует. Моя рука в твоей руке. Не хочу, не вырвусь и прочь не убегу я никогда от тебя, папа. Звезда твоя сияет в высоте, и надежда снова, снова торжествует. Указываешь путь мне, указываешь путь мне, ты указываешь путь мне, указываешь путь мне. Надежда моя славы, ты надежда моя славы, ты надежда моя славы, ты надежда моя славы. Я не убегу, не хочу убегать от тебя, да. Иисус, не хочу убегать от тебя. Иисус, держи меня. Если я вдруг начну пытаться бегать туда-сюда, сюда-туда, хочу лишь с тобой побежим, влеки меня. Мы побежим с тобою. Лучше мы побежим с тобою, лучше мы побежим с тобою. О, влеки меня, моя любовь, и мы побежим с тобою, и мы побежим с тобою. Лучше влеки меня, моя любовь, и мы побежим с тобою, мы побежим с тобою далеко за край света. Да, и мы побежим с тобою, касни сердца, да. И мы побежим с тобою, мы побежим с тобою, Иисус, на край света, за край света. И мы побежим с тобою, влеки, влеки меня. Иисус, влеки меня. Иисус, влеки меня. Духом влеки меня. О, этот огонь такой сильный, это пламя так мощно, словно ураган закручивается в воронку. Глубина, такая глубина, я падаю духом в духе, духом в духе. О, влеки меня, влеки меня, влеки меня на. Влеки меня за тобой.
Облеки меня, облеки меня за тобой. Облеки меня, облеки меня еще больше за тобой. Облеки меня, облеки меня за тобой. Облеки меня, облеки меня. Сердце мое в огне твоем пусть будет, да. И сердце мое в огне твоем пусть будет. И сердце мое в огне твоем. Верни нас тот огонь, в котором мы были рождены однажды. Верни нас тот огонь, в котором мы были сотворены однажды. Верни нас в тот огонь, в котором мы были сотворены однажды. Верни нас тот огонь, в котором мы были рождены однажды. Верни нас в огонь любви, верни нас в это место предназначения. Верни нас в огонь любви, верни нас в это место предназначения. Верни нас в огонь любви, верни нас в это место предназначения. Место предназначения, наше место предназначения. Наше место предназначения, ты наше место предназначения, да, наше место предназначения, наше место предназначения, наше место предназначения. Кто есть ты, кто есть мы?
пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобой. Господня зашла, зашла над тобой. Настань, свети, ибо взошел свет твой. И слава Господня зашла над тобой. Настань, свети, ибо взошел свет твой. И слава Господня зашла. Господь, спасибо за то, что Ты ворвался своей славой, ворвался своей тотальной любовью, своей абсолютной свободой во все уголки моего сердца, во все уголки наших сердец, во все темные уголки нашей души. Спасибо за тот свет, за ту чистоту, за ту праведность, за тот елей, который есть в каждом из нас. Я видел, что Господь выстрелил стрелы такие золотые, чтобы поразить какую-то ложь. И это стрелы надежды, стрелы исцеления, это Его слова, которые, ну, они поражают ложь, которая там гнездилась. И это именно Его истина, которая приносит свободу. И это, и они золотые, они с небес, это небесная истина. Как эта надежда, которую Бог освобождает в мир, она действительно как нейтрализует вот эти, как Димка говорит, стрелы, но я чувствую, что они несут в себе заряд нейтрализовать определенные вещи, и это развяжет, как разблокирует, вот слово лучше, разблокирует, сильно разблокирует то хорошее, что есть, разблокирует то, что находится в сердцах Его детей и просто в человечестве, что от Бога. Это будет просто разблокировано. Потому что, как надежда, она дает силу. Ой, она дает силу. Она дает силу. Она как протекция. Ветер надежды. Ветер надежды перемен. Ветер надежды перемен. Holy come the fire. In Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus, I say my honey, I say my honey, God, joy. Иисус, 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 gold, my Lord Jesus, gold, my Lord God, gold, my... И все темное, плохое, оно начнет обращаться в хорошее. Это особенно Бог пристально смотрит в такие темные места, где было много сопротивления, много давления. И Он как разблокирует именно эти ключевые места. Он разблокирует именно ключевые места. Oh my God, this is the Lord Jesus. Энджи гла горга го джиге да го джугу ду гуру го 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 джиге до го 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 джиге гора го 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 джин да бру ге го гару бе да бу джу бе да геру геру гу да бо. Educate the guru guruko, educate the gore garu gudubo, adugadu gore gele geru grace, 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 grace. Grace God Jesus glorious magic cedar light goro good break a book a book a buji the good a book a buji the good a bera gori gedu guri gele geru good a preba gadu good job a geru good a preba gabu good buji da Дух Святой, мы провозглашаем, что Твое Царство идет в места безнадежности. Именно там, где наивысшая степень безнадежности, там нужна надежда. Мы говорим, Твоя надежда имеет доступ везде. Твоя надежда имеет доступ везде. Нет такого места, где было бы написано «Стоп надежде». Нет такого места,
место, где надежда не могла бы пройти. И мы говорим, что Твоя надежда необходима в наиболее темных местах, в наиболее безнадежных местах нужна надежда. В наиболее безнадежных местах нужна надежда. В наиболее безнадежных местах нужна надежда. Нужна надежда, нужна надежда. Твоя надежда течет, словно река. Твоя надежда течет, словно река. Твоя надежда достигает сердца. Твоя надежда проникает в сердца. Неотвратимость, неотвратимость, слово Бога вышло. Это неотвратимо, ведь слово Бога вышло. Надежда идет. Надежда течет Святым Духом. Надежда течет. Надежда течет пророческим словом, разрушая цепи неправды, разрушая цепи, свергая начальство тьмы, свергая начальство тьмы. Свергая начальство тьмы. Царство Божье не просто слове, Царство Божье в силе Духа, Царство Божье в явлении чудес и знамений. Движется в славе. Ты разрушаешь убеждение, что где-то есть такое осквернение, что не может прийти, твоя слава коснуться. Она не может оскверниться этим, она не может, поэтому она приходит, воскрешая мертвое. Воскрешая мертвое. Воскрешая мертвое. Воскрешая. Дух воскресения идет, он ищет, что еще мертвое. Дух воскресения движется над костями, ожидает послушания пророка. Дух воскресения уже движется над полем костей, движется в готовности, ожидая слов пророка. Ожидая слов пророка, ожидая слов пророка, ожидая слов пророка. Может ли воскреснуть эти кости? Могут ли воскреснуть эти кости? Языки, языки. Могут ли воскреснуть эти кости? Могут ли воскреснуть эти кости? Сын мой, Иезекииль. Иезекииль. Ты сказал, Господь. Ты сказал, Господь. Ты сказал. Оживите кости, я согласен. Оживите кости, я согласен с небесами. И я согласен с небесами. Они могут ожить. Могут ожить. Могут ожить.
могут дожить. Они могут дожить. Могут дожить. Все эти кости. Все эти кости. Все эти кости. Все эти кости. Все они могут дожить. Понимает пророков, способных согласиться с Духом воскресения. Это как крайняя степень веры. Это когда уже полная безнадежность. Это когда есть куча условий, когда ты понимаешь, что не, это невозможно. Но Дух воскресения уже в готовности. Он движется над этим полем костей. И Господь спрашивает пророка: что ты думаешь? Ха! И когда пророк начинает понимать этот принцип, его глаза начинают искать, что тут умерло, что тут по-настоящему умерло, что по-настоящему умерло, куда пойти, где что сказать, что провозгласить, где наиболее сложная ситуация, где наиболее безнадежная ситуация, куда идти, Господь, где хуже всего, куда пойти? Куда пойти с этой верой, куда пойти с этим словом, куда пойти с этой реальностью, куда пойти с твоим духом воскресения, который уже движется и ищет глаза пророка, который способен увидеть и способен согласиться, что это возможно не для человека, но для Бога обещавшего, для Бога, который хочет это сделать. Пророк услышал желание Бога. Пророк услышал, что это не просто возможность, но это Божье сердце, это его намерение. So my God. Господь, как это на слово, когда кого-то в армию вербуют, перевербуй. У меня вот это слово, перевербуй пророков, которые стали заложниками страха и дефицита понимания того, что делаешь ты, которые были ограничены доктринами деноминационными, чьи глаза, они были ограничены видеть больше и шире, чьи сердца не были в доверии от тебе как отцу, чьи сердца не знали тебя как отца, и они были завербованы в это войско страха, чтобы говорить и высвобождать слова страха, чтобы просто подтверждать, что кости мертвы, просто говорить: да, эти кости мертвы, да, эти кости мертвые, у них нет надежды. Господь, просто мы говорим сейчас, что вот эта огромная армия пророков, которая была завербована и религиозным духом, и духом страха, Господь, и глаза, мы говорим, и глаза открываются видеть, и глаза открываются видеть, и уши открываются слышать. И мы призываем этих пророков вступить в армию Господа, в армию надежды, в армию надежды, в армию надежды, в армию надежды. И мы говорим: воскреси этих пророков, чтобы они могли воскресить мертвые кости, чтобы они могли воскресить мертвые кости, чтобы они могли согласиться с духом жизни, с духом воскресения. Этот голос за жизнь усиливается духом воскресения в эти дни, потому что помимо той жизни, которая нуждается в заступничестве и в ходатайстве, есть много того, что умерло практически, много жизни, которая фактически под бетонными плитами, под могильными плитами невозможности, безнадежности, какой-то сокрытости. И нужна вера, и нужно пророческое слово, которое разбивает эти могильные плиты. Oh God, вы говорите, наша надежда умерла, наша надежда умерла, но верен Господь, обещавший, верен Господь, сказавший: я открою могилы ваши, я открою могилы ваши. Верен Господь, обещавший, верен Господь, сказавший: я приду и открою могилы ваши,
открою могилы ваши, и вы поймете, что я Бог, и вы поймете, что я Господь в этот день, в этот день. Будет день, когда вы поймете, что я Бог, когда вы поймете, что я Господь. Придет день, придет день, когда вы поймете, что я Бог, когда вы поймете, что я Господь. Будет день, когда я достану вас из могил, когда я достану вас из могил, когда я вложу в ваши уста новую песню, вложу в ваши уста новую песню, когда я достану вас из могил, когда я достану вас из могил, когда я вложу в ваши сердца новую песню, новую песню, песни избавления, песни избавления, песни избавления, песнь воскресения, песни избавления, песни избавления, песнь воскресения, песни воскресения. Да, мы не можем без Тебя, Господь. Мы не можем без Духа воскресения, Господь. Мы осознаем, что наши ситуации, наши обстоятельства, они сильнее нас. Они сильнее нас. Но это только усиливает нашу веру. Это только очищает нашу веру от ложной надежды. И в нашем сердце поднимается абсолютная надежда и уверенность в Тебе. Абсолютная надежда и уверенность в Тебе. Мы говорим, никакие могильные плиты не удержат нас, потому что у нас есть Господь. Потому что достаточно Слова Твоего, которое разбивает власть смерти над нами. Ха! Этот голос Иисуса, этот голос Иисуса, воскресшего Иисуса, победившего смерть, преодолевшего смерть. Мне такое место вспомнилось, как раз Иисус про это говорил. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего. Голос Божьего Сына дает жизнь. Голос Божьего Сына дает жизнь. Голос Божьего Сына дает жизнь. Эти нотки, этот новый звук, он несет жизнь. Он переписывает ДНК смерти на дух жизни. Говоришь, пророчествуй дыхание, пророчествуй Сын Человеческий, и скажи Ему, так говорит Владыка Господь, приди с четырех ветров, о дыхание, и вдохни в этих убитых, чтобы они ожили. И мы пророчествуем дыханию, мы пророчествуем дыханию, мы говорим, дыхание, войди в этих убитых, чтобы они ожили. Пророчествуем дыханию Божьему, душ жизни
руах, войди в этих убитых, войди в этих убитых, войди в этих убитых, сыновей, дочерей убитых, войди в этих убитых. Подними даже затонувшие корабли, от кораблей крушений погибшие. Подними затонувшие корабли, от кораблей крушений затонувшие. Подними, подними корабли, подними корабли. За любовь так много погибших. В этой войне за любовь так много оступившихся, не понявших. Раненых подними, подними нашу веру, подними нашу веру. Души с них. Подними, подними нашу веру, подними нашу веру. Дух, души с них. Так много погибших, так много упавших, утонувших, сгоревших однажды. Милость, милость не умерла, она не устала спасать. Милость не подвергнется разочарованию, твоя милость не устанет спасать. Голос крови сына, голос крови сына говори. Голос крови громче всех голосов, говорит громче всех голосов обвинения, безнадежности, осуждения. Прости, Господь, прости нас, как тело Христа, которое лишь усугубляли положение тех, кто упал в бою, тех, кто упал в бою, те, кто не выдержал давления, те, кто был ранен, кто был подстрелен. Прости за удары в спину, прости за силу осуждения, которая блокирует это поле мертвых костей. Мы исповедуем грех осуждения, мы отменяем эти слова. Мы отменяем эти слова, мы тело Христа, мы отменяем эти слова, эту власть смерти, эту власть безнадежности, эту власть безнадежности. Мы отменяем эту власть, мы и уничтожаем каждое слово, каждое слово, каждое слово, каждое слово, каждое слово, каждое слово. Есть сила крови, 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 сила крови. Сила крови, 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 изменяет реальность, изменяет реальность. Сила.
сила крови Твоей, сила крови Твоей, сила крови. Мы отменяем слова тела Христа, безнадежности слова, разочарования слова, бетонная плита, эта бетонная плита разрушается, разрушается над церквями, над душами, над городами, народами, над служениями. Чистые воды омывают, чистые воды уносят обломки этой плиты. Дождями живыми, дождями святыми укрой нас, укрой нас. Дождями живыми, дождями святыми омой нас, омой нас. Освобождение, 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 освобождение пленных. Освобождение, 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 освобождение всех пленных. Двери темницы открываются, двери темницы открываются на сте, на сте. Двери гробницы открываются, двери гробницы открываются. Гробницы открываются, двери гробницы открываются. На сте, на сте. Двери гробницы открываются, двери гробницы открываются. На сте. Такое переживание сейчас, что это слово прямо к России идет. Просто вот прямо к России. Чувствую к России это слово очень сильно, что Бог в воскресенье вторгается с такой силой, как Он вторгся, когда воскрес Иисус. Что была сдвинута дверь гробницы, что эта сила, она просто воскресила и высвободила. Не только воскресила, но и открыла саму гробницу. Ничто не смогло удержать жизнь. Воскресшую жизнь ничто не может удержать. И мы говорим, это для тебя, Россия, сегодня. Да, Holy God. Двери гробницы открываются, двери гробницы открываются на сте. Двери гробницы открываются, двери гробницы открываются на сте. Двери гробницы открываются, двери гробницы открываются на сте. Без содействия рук человечества. Божья suddenly, Божья внезапность, Божья незапланированная человеческим. Люди не смогут ни предусмотреть это, люди не смогут предугадать, не запланировать. Вторжение, 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 вторжение. Это вторжение, это вторжение,
это вторжение. Вторжение — это не то, что приглашается. Вторжение — это внезапность. Внезапность — это то, чего не ждешь. Это то, чего не ждешь, и поэтому ты не готов. Это сбивает тебя с ног. Это не дает тебе времени приготовиться. Это не дает тебе времени как-то защититься. Это внезапность. Это внезапность. Это внезапность. Это внезапность. Это внезапность. Фарисеи не смогли, никто не сможет. Никто не сможет предотвратить воскресение Иисуса в России. Никто не сможет предотвратить этот дух воскресения, восстающий внезапностью, внезапностью, незапланированно, по-другому, как-то вдруг, о, God, Jesus, о, my God, Lord, my Jesus, God, I favor, Lord, they vacation, they separate. Сезон открытых дверей. Очень много дверей открываться будут. Очень много дверей открывается, открывается, открывается. Много-много-много-много-много-много-много. И это меняет все, меняет все, меняет все, меняет все. Это смешивает все замыслы, это смешивает все планы, это перемешивает все понимания. О, врывается новая реальность. Открывается реальность, новая, 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 новая. Как будто долго дом был без света, как будто долго дом был без света, как будто двери и окна закрыты были, как будто двери и окна закрыты были. И вот сезон открытых дверей, все больше света, все больше света, все больше света, все больше света. И эту, и эту, и эту, и эту, и эту дверь, и эту, и эту, и эту дверь, и эту, и эту, и эту дверь, и эту, 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 и эту дверь, и эту, и эту дверь, и эту. Мы хотим открыть и эту дверь, и эту, и эту, и эту, и эту. Чем больше света, чем больше света, тем больше жизни. Покрой эту, и эту, и эту, и эту. Чем больше света, чем больше света, тем больше жизни. Поэтому открой и эту, и эту, и эту, и эту. И эту, и эту, и эту, и эту, и эту. Вы видите это, да? Сезон дверей, сезон возможностей, сезон пониманий. Что это можно все. Сезон дверей, сезон возможностей, сезон понимания, что это возможно все. И эту, и эту.
и эту. Открой и эту, и эту. Открой и эту, и эту. Открой и эту, и эту. Проветривай. Проветривай. Проветривай, пыль убирай. Проветривай, пыль убирай. Свежий ветер. Свежий ветер врывается через окна и двери. Свежий ветер. Ветер надежды перемен. 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 Славу имени, покажет славу имени своего. Господь покажет славу имени, покажет славу имени своего перед народами. Господь сам покажет славу имени, покажет славу имени перед народами. Сам Господь
покажет славу имени своего, покажет славу имени своего перед лицом народа всех. Свою крепкую перед глазами всех народа, перед глазами всех. Господь обнажит свою руку крепкую перед глазами всех народа, встав перед глазами всех народа. Полномочия все принадлежит тебе, все принадлежит тебе. У тебя есть все права, полномочия все, все принадлежит тебе, все принадлежит тебе. У тебя есть все права и полномочия все. Все двери открыты перед тобой. Все двери открыты перед тобой. Имя твое, Господь. Имя твое, Господь всего. Имя Твое, Господин всего. Имя Твое, Господь всего. Имя Твое, Господин всего. Имя Твое, Господин всего.
большие, малые, нормальные, странные, все твои, те, что есть и что будут, те, что были и есть и что будут, все твои. Все твои, каждая жизнь принадлежит тебе, принадлежит тебе. Ты начальник жизни, начальник жизни. У тебя ключи, у тебя ключи, у тебя все ключи, лишь у тебя все ключи. У тебя все ключи, у тебя все ключи. Можешь коснуться наших сердец, Дух Святой, Дух Святой. Можешь коснуться наших сердец, Дух Святой, Дух Святой. Воскреснет любовь, да воскреснет любовь, да воскреснет любовь, да воскреснет любовь. Наши сердца.
оживи, оживи. Крутится в течение поклонения словосочетание «армия любовников». Армия любовников. И у меня понимание приходит сейчас, что это поле костей, они не просто станут живыми, это поднимется армия любовников. Holy come Jesus, Lord, honey come so.